смысл нулика в том, что Лешрак же остальных юнитов в босс кидает, а не себя. Как бы против Юлы это здорово, но... Ну да, да. Я понимаю, что здесь такая аура и... Свинтрон прыгать успевает, а Хаслэм Блэйса скастовать, но продолжения нет. Забирает Шейкер, он тоже выкупается. Минус Сайленс. Один второй суппорт, как же быстро умерли саппорты, минус лично уже. Сэм пытается жить как-то против Урса. Урса, ой, как неприятный узник будет. Сэм, кстати говоря, бабочка уже есть. Джаггер пошел, у меня флеш, минус все птички, шарп нажимает. И Эрик пытается улететь, отсюда сжать, телепорта нет. Прибегает бабку в форме Ликвада, прыгает Урса, но забирают в итоге без особых проблем Джаггернаута. Шейкер отступает вместе с Вайпером или Контропом. Да, слишком много ресурсов у Нави. Цепляют также Ликантропу, он тоже никуда не уходит. Минбаб остается близко на хайграунде. XM. XM сгорает. Бабочка есть, но против Лешего это не помогает. XM погибает. Остается только Свист. И Фриска тоже нужно душить. Но я думаю, что это конечно. Я думаю, что это... По-моему, здесь может проиграться. Шаг мертвый, да, ведь она цепляют. Пошел на Лифайр. Нет, неуязвимость! Хорошо, его засыпают. Уджи Глобал пошел. Урс входит в ДНК. А там в миде беда, горят, хата горит в миде. Точно. Пытаются отступить, но никто не дает отступить. Просто падают на халяву. Бараки, что происходит в этой игре? Казалось бы, после прошлой игры уже не может быть ничего жестче, но... Крипы съедают. Но Урсов куда-то прыгает, непонятно куда. Лешка выходит, наконец-таки, начинает здесь драться. Миде упали уже бараки. Джаггер нажимает вот Фьюри под варда, пытается отступить также. Входит у нас личный платка, отправляется Вайпер на фонтан, но с помощью телепорта. И Джаггера все-таки цепляют. Джаггера будет убивать, Джаггера забирают. Всего байбэк. Волков сколько по карте умер? Ну, сколько-то еще волков, да, где-то там умер. За них по 250 не дают. Так сильно не переживать по этому поводу. Визаж опять первый. Находит Вайпера. Очень плохо Вайпера его выталкивают на горку, но он все-таки сгорает. Есть байбэк, будет ли выкупаться, непонятно. Ян успевает дать ультимейт. И чек минус Ян. Переживет. Ходячего варда стоит, ждет, когда появится Рош. При этом Вичи Гейминг нервничает, понимает, что Рошан появится вот как-то куда-то выходить, что-то сбирать. У нас на самом деле... И не, прыгает, но реакция отличная. Свинострон пошел глобал, тут же моментально сгрызает Шейкера. Шейкера инфайт, и не так же погибает. И не байбекается. Как же больно Джаггернауту. Джаггер минус, берет нажать. Его байбека нет. Сгрызаются Вайпера, Вайпера не прощает. Нужно попасть еще один удар, нужно сделать. Делает этот удар. Али... Для пули... 28-й Лешрак. Есть, правда, момент с броней Лича. Ой-ой-ой, Лешрак подставляется в замес. Лешрак очень больно ему. Выбивают Аегис. Максера остается минус 90 секунд. Байбэк увидит Лейс. Лейс живет, шард успевает прожать. Но позиция у него, прямо скажем, очень хорошая. Должны гибать помочь. Джаггера, Бутидру, очень хорошо, но Шейкер, шикарная фишура. Тут же еще один глобал, и никто не может ничем помочь. Они все под сайленсом. Байбэк от Джаггера. Джаггер крутится, Лейса пытаются пробить. Наконец-то спицы справились, с кем выбивается. Но я думаю, наверное... Так объективно посмотреть. Надо разбираться с этим талантом. Я не уверен. В смоках выходит. Есть заранее ульт. Волчки. Солнце находит. Это очень просто. Да, это классный байбэк у него нет. Это, кстати говоря, Эрику полка превратили. Детен прыгает, сгрызает Шейкера. Шейкер ничего не смог сделать. И также отправится, наверное, на Дуба у него нет. Беда, почти. Что творит Джаггер? В форме Ликана Джаггер тварами. Да. Но только он и сам при этом профармил да, все это линии. Правда. Довольно-таки данный аспект объяснить. Еще один смоук. Сайленсер 10 секунд. Зажа нет. На скане попадаются. Ой, пошли. Они поехали. Но там подставился Вайпер. Ошибается он. Очень плохо. Вайпер расканили вроде бы соперника. Но смотри, информация. Нажимает Тинин. Кажется, это он зря делает. Тем временем
Да и Мьёльнир еще как бы... Мьёльнир не Грешен, да. Куча усиления. А ты видел, что он в форме делает? Это как такой звоночек. Здесь опять позиционный Вайпера нет. Вайпер Вайпер. Дрейкер тоже. Ликан, Ликан укусил Джаггернаута, да. Попробовал бежать, прыгнуть, моментально должен съедать Лича, съедает Лича, Джаггер крутится. Но его догнать нереально, Байбэк пошел от Тини, Байбэк пошел от Лича. Вайпер пока ждет, Вайпер ждет, Ликан подставляется, Ликан, Ликана здесь забирают. У него Байбэка не имеет. Не байбэкался, драки он бы все равно. 57-я минута, есть пятый Рошан. Нужно заходить. Я думаю, что Лешего здесь пошел глобал. Лечу. Леща почему-то отпускает. Еще глобал не коснуется. Джаггер раскручивается. А будет ли сейчас? Его, кстати говоря, ничего нет. Видимо, съедает Вайпера. Падает, Джаггер уходит отсюда, тем временем Лич появляется, Лейс закидывает. Ну и пока все это происходило, абсолютно спокойно забрал Вичу. Брал еще и... Нет, 64 тысячи перевес, здесь уже такой, ну не должны проигрывать никак. Самое главное, что просто герои очень хорошо скачают. Он за Шейгер, Таунс разрывает. И Джаггер, тем временем Вичу. Заедется. Поаккуратнее играть Эрика. Эрика получает Эбисон. Екс. Эрика. Эрика. Не переживает. Выбить. Опять шмот. И зайти с ней. Думаешь, нужно? Не, ну а чё бы нет? 50 минут играли. Смотреть на эти 5 шмотки. Бля, там же... Затягивание. Так, Джаггер. Джаггера фокусит. Джаггер погибает. Все, байбека у него нет. Должны заканчивать. Думаю, прямо здесь сейчас. Также большие проблемы у Ликантропа. Good game, Beach Gaming. И игра заканчивается. Да. Это классическая катка, где мы не дожили до терминации.